Подростковая преступность в Самаре растет. По данным полиции, с начала года молодые люди совершили 137 преступлений, что на 24% больше, чем в прошлом году. В основном это кражи. Участились случаи сразу в 5 районах города. Также подростки все чаще попадают в неблагополучные компании, где их используют в качестве закладчиков наркотиков. Наблюдается значительный рост преступлений данной категории на территории нашего района. Значит, за истекший период было совершено 15 преступлений. В основном эти преступления – это сбыт наркотических веществ. Это, то есть, ну, как говорится, это закладки. С начала года на профилактический учет в Самаре поставили больше 500 подростков. Городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки постоянно ведет работу с неблагополучными семьями, оказывает необходимую помощь. В отделах опеки состоит 79 семей, находящихся в социальном опасном положении, с которым работа строится более плотно. И 414 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 668 детей, с которыми, в общем-то, на 95% работают комплексные центры. Чтобы снизить преступность среди молодежи, в школах регулярно проводятся профилактические беседы, лекции, спортивные соревнования. Но этих мер недостаточно, уверены участники городской комиссии по делам несовершеннолетних. В Самаре планируют развивать институт наставничества. Опытом готов поделиться Татарстан, где более 3000 авторитетных и успешных взрослых подают хороший пример школьникам. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.